Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad Pro. И сейчас мы вместе с вами будем настраивать первый раз данное устройство. Итак, для начала нам нужно выбрать язык. Желательно выбрать тот, который мы знаем лучше всего. Ну или хотя бы понимаем. Я выбираю русский. Нажимаю «Начать». Выбираем регион и нажимаем «Далее». Здесь мы принимаем условия использования и нажимаем «Далее». Далее мы можем подключиться к сети Wi-Fi. Нажимаем «Подключить». И нажимаем «Далее». И еще раз «Далее». Здесь мы можем настроить экран блокировки, но пока делать этого не будем, поэтому нажимаем «Пропустить», тут мы нажимаем «Далее». Ага, здесь мы можем войти в аккаунт Huawei. Если он у вас есть, то вы можете зайти сразу. Если у вас его нет, или вы забыли пароль, вы нажимаете на данный вопросик и можете либо создать аккаунт Huawei, либо вспомнить пароль, точнее поменять, либо вы можете, если вы не хотите сейчас этим заниматься, нажать «Позже» и нажать «Выйти». Здесь мы нажимаем «Позже» службы мультимедиа, здесь нажимаем «Далее», дополнительные службы нажимаем «Нет», здесь нажимаем «Позже», 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 хотя определение местоположения можно включить. Далее нажимаем «Продолжить», «Включить» и «Продолжить», здесь можем тоже «Позже» нажать. Тут мы можем выбрать, как хотим мы настроить устройство. Можем перенести данные с другого устройства, восстановить из резервных копий, либо настроить как новое устройство. Далее мы можем изучить жесты навигации. Пройти такое вот небольшое обучение, чтобы понять, как ими пользоваться, если кто-то вдруг не знает. И здесь же мы можем изменить способ навигации, например, на кнопочки, три кнопочки, либо на жест и нажать «Готово». И таким образом мы подготовили устройство к работе. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.